Департаменту охраны МВД Беларуси 70 лет. Лидский отдел Департамента охраны также празднует 70-летие со дня образования подразделения. Сегодня по случаю юбилейной даты в Лидской детской школе искусств состоялась праздничная программа «70 лет на страже вашей безопасности». Виновников торжества чествовали председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш, председатель Ивьевского райисполкома Игорь Генец, заместитель начальника Гродненского областного управления департамента охраны, начальник отдела идеологической работы и кадрового обеспечения Алексей Шмыгира, а также руководители силовых структур, предприятий и организаций Лидщины. Лучшие представители подразделения были отмечены почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами, медалями и нагрудными знаками. В этом году у нас годовщина, подразделению исполняется 70 лет, поэтому хотел бы выразить искренние слова признательности и благодарности личному составу подразделения, работникам, служащим. Особую благодарность хотел бы выразить ветеранам службы охраны, которые внесли свой неоценимый вклад в становление службы и продолжают уверенно хранить традиции, зарожденные в подразделении, и передавать их молодому поколению. Подразделение состоит с отделениями милицейской военизированной сторожевой охраны, отделение средств и систем охраны, структурного подразделения, лицензионно-контрольная деятельность, штаба бухгалтерии и так далее, и так далее. Важно, когда каждое звено функционирует и качественно выполняет задачи на своем участке. Поэтому от качественной и слаженной работы всего коллектива в целом зависит то качество работы, которое в дальнейшем будет выполнено в целом в служебной деятельности. Поэтому все важны без исключения.